Некоторые мои земляки закидали меня обвинениями за мой вчерашний пост о том, что я, будучи дагестанцем, воспитываю своих сыновей в том числе и на высоких идеалах вайнахской культуры. Отвечаю. Дело в том, что когда складывались наши традиции и кодексы чести, мы были еще единым народом. Не было еще деления на ингушей, чеченцев, лезгинов, аварцев, даргинцев, лакцев и так далее. Во-вторых, даже когда мы стали отдельными народами, на Кавказе тысячелетиями практиковалась традиция отолычества, когда сыновей отдавали на время на воспитание в семьи соседних народов для укрепления братских уз и для того, чтобы дети узнали традиции своих соседей. И, наконец, в-третьих, будучи мусульманином, я готов воспитывать своих сыновей на высоких идеалах арабской, турецкой, курдской, среднеазиатской и любой кавказской культуры, если они соответствуют духу нашей религии и помогают укреплению братства наших народов, а дети, параллельно с традициями родного народа, узнают о традиции соседей, что сделает их крепче и духовно богаче.